Новым руководителем КП теплоснабжения города Одессы стала оппозиционный депутат горсовета Анна Позднякова. По мнению мэра, предприятию нужен грамотный менеджер, который сможет подтянуть экономическую часть. Сегодня мы столкнулись с той ситуацией, когда одно единственное коммунальное предприятие города съедает львиную долю бюджета развития. Ну, собственно говоря, это сейчас я не говорю, что мы завтра перестанем его финансировать, но мы должны четко понимать, к какой цели мы идем, оказывая там столь существенное финансовое влияние этому предприятию. Напомню, в последние годы ТГО получает миллионные суммы финансирования из городского бюджета и при этом каждый раз заявляет, что находится на грани финансового краха. По расходованию части этих средств открыты уголовные производства.